То есть терн. Просто супер приятный. Лол, я тут, кстати, походу залимпил со средней позиции. Это что, был мисклик или что? Главное, рука-то у нас все равно для блефкола одна из самых норм. Мы блочим ему сеты, которые не валеты, а валетов у него мало, потому что два валета на флопе. Хз. Ну так дорого блефколить, тоже стрёмно как-то. Кто здесь папочка? Стремно блефколить. Не играй в покер. Идеальный блефкетчер. Надо блефколить, Мишаня.